Привет, мои дорогие зрители и подписчики канала! С вами мастерская Handicraft. Вы смотрите седьмой выпуск проекта подготовки к Новому году и Рождеству. Если хотите посмотреть предыдущие выпуски, нажмите на ссылку в правом верхнем углу. Сегодня я покажу вам, как сделать новогоднюю игрушку в виде колокольчика, которой вы сможете украсить свою праздничную елку. Итак, для работы нам потребуется шпагат, клей-момент, пластиковая бутылка, обыкновенный полиэтиленовый пакет, малярный скотч, или можно взять обычный скотч и бумагу, а также различные новогодние украшалки, ленточки, бусины, игрушечки, бантики, цветочки и все, что вам нравится. Для начала надо подготовить бутылку. Необходимо сгладить вот это вот горлышко бутылки с помощью малярного скотча. Просто обклеиваем верхнюю часть бутылки. Если у вас нет малярного скотча, можете обмотать эту часть бумагой и зафиксировать с помощью обычного канцелярского скотча. Теперь нужно зафиксировать полиэтиленовый пакет таким образом, чтобы плотно прилегал к бутылке. Я зафиксирую на скотч. Теперь нужно зафиксировать шпагат с помощью клея и наматывать его слой за слоем. Наматываем шпагат до того уровня, какого размера колокольчик мы хотим получить. В принципе, я уже скоро буду заканчивать. Снимаем нашу заготовку колокольчика с бутылки. Получается вот такая вот заготовка. Теперь делаем второй колокольчик по такой же схеме. Итак, я сделала две вот такие вот основы под колокольчики. И буду сейчас их собирать в одно большое украшение. Мои колокольчики получились довольно большие за счет того, что я брала бутылку большого объема. Я буду использовать такую вот золотистую ленточку в качестве серединки колокольчика. И вот такие вот елочные игрушечки будут выполнять роль язычка. Конец ленточки я прячу внутрь игрушки.
фиксирую клеем. Подтягиваем ленточку до того уровня, которого хотим, чтобы был виден язычок. Я продела бусину. Со вторым колокольчиком проделаем то же самое, но в обратном порядке. Из вот такой вот фольгированной бумаги с помощью дырокола я вырезала снежинки, которыми буду украшать свои колокольчики. Из вот такого вот кружева я сделаю окантовку для колокольчика. Колокольчики почти готовы. Вот как они выглядят изнутри. Теперь их нужно соединить. Я их привяжу друг к другу. Один чуть-чуть выше, второй чуть-чуть ниже. Вот. И теперь осталось задекорировать саму веревочку. Я приклею вот такие вот бусины и бант, который я сделала из новогодней ленточки. Моя работа готова. Такие колокольчики будут актуально смотреться в праздничном интерьере или на елке. Их можно сделать любого цвета и стиля, используя различные аксессуары. Это украшение я буду использовать, чтобы украсить верхушку своей новогодней елки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить видеообзор моей праздничной елки, которую я украшу, используя исключительно игрушки, которые я сделаю своими руками. Спасибо, что посмотрели. Задавайте свои вопросы в комментариях к видео. Всем пока!